Всем большой привет! Сегодня буду делиться своими фаворитами октября. Те средства, которые я очень-очень любила, что я использовала чаще всего. И, возможно, какие-то свои открытия. Наверное, начну я с просто шикарного набора от Anastasia, Anastasia Beverly Hills, по-разному называют, но суть все равно одна. Набор просто, я не знаю, это... Я не знаю, как я раньше жила без этого набора. Я вам просто вот честно, искренне признаюсь, что ни дня не проходит, чтобы я не пользовалась этим набором. Что именно я делаю? Во-первых, здесь шикарный пинцет, который просто отлично бровки редактирует. Ежедневно рисую брови теперь с помощью вот этой вот этого шаблона, с помощью кисточки, ёршика и вот этой вот пудры, которая идет также в набор. Здесь отличный гель, который также я использую ежедневно, и просто он отлично фиксирует. Прикрытием для меня были две кисточки от Sigma, кисточка P82 для консилера использую каждый день, и для нанесения тональной основы F80. Так что это тоже мои любимцы октября. Просто шикарные кисточки. Далее, тогда сразу покажу, что я очень рекомендую, что я люблю. Это, наверное, вот такой вот консилер от Хелена Рубинштейн, говорила о нем. Просто обалденная вещь, не забивается в морщинки, дает не очень плотное покрытие. Если вы любите прям совсем замазку, то, конечно, это не то средство. Очень легкое покрытие, у меня первый оттеночек лайт. И также мое открытие, это тушь от Хелена Рубинштейн. Во-первых, красивая упаковка, и тушь не сыпется, делает просто супер черными ресницы, делает огромными их, длинными и пушистыми. Так что да, понравилась мне эта тушь. Что бы я хотела еще отметить, довольно бюджетное средство, BB-крем от Garnier для комбинированной и жирной кожи. Вы знаете, когда попробовала, мне понравилось, как он смотрится на коже, действительно такой невидимый вуаль дает. Совершенно не заметен на коже. Единственное, что, конечно, в области Т-зоны у меня плывет безбожно через пару часов. Но, в принципе, эффект нанесения. Мне нравится финиш, что нет маски абсолютно. То есть легкое такое средство. Но если у вас сильно жирная кожа, то, конечно, надолго его не хватит. Но, тем не менее, за свою цену вообще просто шикарное средство. Если говорить о пудрах, бронзерах, то вот мои любимцы в октябре. Пудра Color Me 24 медовый беж. Прекрасная пудра, я пользуюсь ей ежедневно, также продолжаю пользоваться сейчас. С большим удовольствием ее вам рекомендую. И очень полюбился мне бронзер от Mimimi. Не рыжий, не грязный, он не настолько насыщенный, что можно поставить, например, пятно, то есть можно наслаивать интенсивность, он довольно легкий. Для ежедневного использования самое оно, и с большим удовольствием сама пользуюсь этим средством. Что касается аромата, то моим любимым неизменным фаворитом остается Dolce & Gabbana The One, и это однозначно осенний-зимний аромат, потому что он довольно тяжелый, и летом сложно с ним ходить. Вот, хотя мне нравится в любое время года, но вот на людях ощущать со стороны, то, конечно же, в холодное время года это просто идеальный аромат. Весь октябрь для тела я использовала вот такое вот масло. Это масло для деток, для массажа, абсолютно натуральное, без каких-либо химических добавок. И тут все выдержано в органическом таком стиле, то есть деревянная крышечка. Это испанское масло. Это масло я использую на все тело, также растираю ноги им. И когда я растираю ноги, то я добавляю эфирное масло розмарина. Я могу объяснить, для чего я это делаю. Если кто страдает тем, что какое-то плохое кровообращение, и у вас всегда холодные ноги,
то розмарин, он очень хорошо разогревает. И если смешать, например, с этим маслом и хорошенечко растирать ноги, то вы почувствуете, как прилив прям крови идет и насколько ножки сразу становятся горячими. Поэтому для тела люблю теперь пользоваться вот такими натуральными средствами. Что касается ухода за лицом, могу отметить потрясающую маску, отбеливающую, успокаивающую, сужает поры. Боже, чего она только не делает, это биоскрин, и я пользуюсь ей два раза в неделю, это 100%. Она успокаивает просто на ура. Она отбеливает. В принципе, сейчас весь мой уход за лицом, буду делать видео отдельное, потому что осень, зима, уход поменялся кардинально. Неизменным фаворитом октября осталась у меня палетка от Anastasia. Прекрасные оттенки для ежедневного макияжа. С этой палеткой можно сделать просто и дневной легкий, и вечерний. Помада самая любимая была Color Me 906 оттенок. Сейчас тоже на губах, просто нюдовые, на каждый день просто идеально. И карандаш могу рекомендовать от Isadora, это у нас 56 блонд. Бежевый карандаш, который я использую на слизистую века, держится отлично и не так вызывающий, наверное, как белый. То есть вот бежевый карандаш, вот этот именно очень классный. Так что да, рекомендую вам, попробуйте, не прогадайте. Еще хочу показать вам вот такие носочки. Когда-то показывала вам в покупках. И, честно говоря, когда первый раз я пробовала их, я совершенно не поняла их. И не, ну не знаю, наверное, я просто не распробовала. В этот раз я подержала, это носочки для педикюра японские, вот то устрашающее видео Жени Кун о том, как снимается кожа с пяток. Девочки, это просто потрясающий способ дома сделать себе педикюр. Ни один мастер вам так не почистит ножки, как эти носочки. Я просто в диком восторге от повторного использования. И могу сказать, что когда я пришла, после того, как я сделала эти носочки, я пришла к своему мастеру педикюра для того, чтобы она мне просто уже пальчики сделала. Она была вообще в диком восторге, сразу спросила о том, что, каким образом я добилась такой младенческой кожи на ножках. Я ей рассказала про эти носочки, конечно, она была под впечатлением. Отлично почистились ножки, и все вот эти вот кутикулы, которые возле пальчиков, тоже все отлично, вся кожа омертвевшая отошла. Конечно, есть минус, когда это все облазит, это настолько асексуально, что передать невозможно, да, то есть кожа слазит в течение 2 дней, и это не очень красиво, но зато потом просто все шикарно, поэтому это супер носочки. У меня уже мама, бабушка, все подружки, все хотят, чтобы я заказала им эти наборчики, так что, да, буду, наверное, уже оптом заниматься, вот. И хочу показать вам сумку, которую я просто обожаю, просто-просто. Я с ней проходила весь октябрь. Это просто божественные олени. Заказана она с китайского сайта. Ну, девочки, не кожаная, она стоит недорого, но она просто обалденная. Тут очень много отделений. И да, моим оленям просто постоянно сыпятся комплименты. Все фавориты, спасибо большое, что были со мной. Встретимся в комментариях. И до следующего видео. Всем пока!